Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем так в Сибирь 2. Давайте посмотрим, куда нас тропинка сейчас привела. Так, сюда и сюда. Давайте сначала сюда. А сюда нет, вниз. И вниз еще можно, кстати. Так, это мы куда идем вообще? Да, поезд уже едва видно. Понятно, так. Да. Здесь у нас ничего нету. Нам как-то надо сейчас пойти самолет найти. Так. Здесь у нас что? Что-то я не понял. А кого они утащили? Господи, там был Ганс! Я должна скорее добраться до поезда, если хочу их догнать. Ничего страшного. Так, видим, что мы опять не можем, да, ни хрена? Да, все, ладно. Так. Там мы были. Давайте вот сюда зайдем, посмотрим. А, вот, смотрите, самолет. Давайте с него начнем осмотр с него. С самолета. Так. На крыльях нету ничего, тут взять нечего. Залезть на дерево тоже нечего. Давай дальше пройдем. Что мы видим? Так, ну сюда можем зайти. Так, здесь вот что-то надо настраивать нам. Какую-то частоту или волну, или длину. Так. Что здесь происходит? О, смотрите, цифры какие-то загорелись. Так. Понятно, так, это мы сделали. А как? Непонятно, как это крутится, вертится. Так, ладно. Это потом. Я видел, вот здесь вот можно пройти. Ох, это этот, кто он, космонавт? Нет, с первой части. Эй, проснитесь. Да проснитесь же. Храпит, придурок. Бестолку. В этих наушниках он меня не услышит. А, мне, значит, надо ему сигнал подать. Так, ладно, подожди. Так, тут никак. Матрешка-то мне нахрена? Ну, не сейчас. Это, наверное, воду надо что-то перетаскивать или еще что-нибудь в этом роде. Так, я хочу посмотреть. Там вроде типа радара что-то было. А... Нет, это динамик, подождите. Непонятно. Ладно. Пойдем. Нам надо к радиовышке сейчас. Ну давай. Идем сюда. Так, сейчас эту надо штуку развернуть. Насколько я помню, ее надо развернуть. Так, лезем. Наверх.
Потому что нам к этому козлу надо как-то достучаться, а чтобы до него достучаться, надо на него эту вот штуку направить. Ну, давай попробуем еще раз и будем смотреть. Где-то вот примерно там эта скотина валяется. Ой, валяется, висит. Ну да, висит. Он же на парашютах, на стропах. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ой-ой-ой, вот этот момент я, конечно, немножко плоховато помню. Так, включаем. Так, здесь рычаги не трогаем. Так, ну это вот, когда говорить уже будем. Ни хрена себе. Так. А, вот, надо включить это. Подождите, это что у нас получается? Так. Это где-то 20. Так, 10, 20. 20, 20, а тут что у нас? 90, 80, 20 и 80, так, 20 и 80. 20 и... 20, 80. Ну-ка. Тогда получается так, это что у нас еще разок? 80, а здесь у нас 20. Тогда меняем местами. 80, 20. Пробуем. Ни хрена. Хотя вроде бы, или это для катапульты, он 80-20 выведено. Так. Ну-ка еще раз. Блин. Ну я вроде все правильно сделал. Так. Нет, подождите, он там висит. Тоже в том краю, если я не ошибаюсь. Может, просто не так сделал. Ну-ка, давайте посмотрим. Блин. Подождите. Сейчас повернем еще, посмотрим. Ну, я правда развернул в другую сторону, ну посмотрим сейчас. Ну, хрен там, никого не видно, да? Ладно. И что это дает-то мне? Давай, давай, давай. Тоже ничего не дает. Я не понимаю, а как я... Так.
Ну давайте смотреть. Где у меня выстрелила-то эта штука? Во. Не слышу. Я слышу, то есть его, но не понял, где он. Но я его не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо где-то, не знаю, цифры подобрать, которые могут мне помочь. Вот здесь-то я точно знаю, что вот он. Вот он есть. Давай. И здесь я его вижу. Эй! Блин. Ну-ка пойдемте. Посмотрим. Мне кажется, где-то же должна быть чистота. Не может быть, чтобы это волны нигде не было. Как его разбудить? Блин. Смотрим. Ну, восьмерки стоят. Это что? Не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Можешь мне позвонить? Эй! Хотя звонок вряд ли что решит. Мама, Оскар. Оскар, давай. Никого. Ладно. Выйдем. Так, все-таки я думаю, надо вот здесь вот выискивать. Потому что он же был уже на какой-то станции-то подключен. Так. Что это такое? Это тумблеры? Это тумблеры. Блин. Ага. Вот, это что-то где-то здесь, где-то рядышком. О, 03. Так, подождите, 03. 03. Блин. Так. Что тут еще можно нажать? Блин.
Так, эти две по-любому, да, должны гореть? Так, подождите. Ноль три двадцать восемь. Ну-ка, пойдем. Ой, столько тумблеров, и половина из них лишняя, это пипец. Так. Ноль три двадцать восемь. Ноль три двадцать, его надо не забыть, а то, блин, как в прошлый раз побегу и забуду, пока бежал. Ноль три двадцать восемь записывать надо. Так, ноль три. Двадцать восемь. Ну-ка. А вот, смотрите. Борис! Борис! Это алкаш как Борис. Слышите? Говорит Кейт Уолкер. Просыпайтесь, Борис, подъем. Да, есть. Что за... Что я тут делаю? Давай, алкаш, вставай. Я хочу вниз. Спустите меня вниз. Кстати, у него голос. Отстегнитесь, Борис. Барина он должен быть. Ах, да. Из кухни. Сейчас я вот эту... Надеюсь, он не сильно ушибся. Давай. Так. Ну же, ну же, ну же. Там сколько у нас было? 20? 20, 80 или 80, 20? Посмотрим. Если это не самолет, значит это будет поезд. И за каким-то хреном это. Да ну же координаты. Ну где ты, Борис? А, вот он. Блин, так и не заметишь его сразу. Давайте поговорим сначала. По душам. Давай наливай. Поговорим. Борис! Ты что, в космос должен был лететь-то, а не на самолетах летать. Самолету моему капут. Можно прямо на свалку. Так, летающее крыло. Бедняга Борис, ваше летающее крыло едва цело. Зато я летал среди звезд, мисс. Все остальное ерунда. А как ты будешь до дома добираться? Борис, Ганса Форальберга похитили. Что? Что ты говоришь? Два мерзавца похитили Ганса Форальберга. Я иду по их следам. Бедный Форальберг. Увы, моя милая, вряд ли я смогу тебе чем-нибудь помочь. Я понимаю. Так, задача. Я должна их поймать во что бы то ни стало. Понимаете, у Ганса слабое здоровье. Кейт, если бы я мог тебе помочь, я бы помог с радостью. Только вот как? Поезд стоит у подножья этой горы, а я никак не могу спуститься. Эх, если б мой самолет не был разбит. Посадка всегда была моим слабым местом. Вы уверены, что мне это летающее крыло уже не пригодится? Вернее, некуда. Я знал, что посадка будет жестковата. И катапультировался заранее. Вот разве что запустить катапульту второго пилота. А, точно, придется перейти на ручное управление. Попробую запустить это кресло. Ладно, я пока здесь побуду. Вот они, координаты-то мне пригодились. Так, давай. А, это второй пилот. Так, а что у нас там? 80-20 было, да? Или 20-80? Ну, неважно. Сначала пробуем 80-20, потом, если что, 20 будет подлина была. Ну, ладно, хрен. Так. А мне это надо, не надо? А, ни хрена себе!
прямо в яблочко. Приземлишься точнёхонько в вагон-ресторан. Давай помогу пристегнуться. Смотрите-ка. Вот оно нам и пригодилось. Еще и стреляй-то по координатам. А вот если повиснешь, как будешь спускаться-то? Тем более тут у тебя не летающее крыло, а простой парашют. Как ты на нем пролетел-то? Так, где? Вон они ходят. За поездом я их только что видел. Давай, Собакин. Вперед. Это вон торчит коряга какая-то. Алло. Сейчас возьмем ее. Мисс Уолтер, говорит полковник Емельянов из Романовска. Помните меня? Полковник Емельянов? А, ну конечно. А кто вам дал мой номер? Неважно. Мисс Уолтер, тут приезжал один детектив из Штатов. Искал вас. Вот я и звоню. Расспрашивал про вас, про поезд, про вашего друга Фаральберга. Я, само собой, ничего не сказал, но... Полковник, задержите его любым способом. Знаете, что такое русская зима? Все дороги заметет и сиди себе в сугробе. Нет, мисс Уолкер, этот тип до вас ни за что не доберется. Спасибо, полковник. Так, нам сообщили о полковнике. Давай берем корягу вот эту. Мало ли зачем она вам пригодится. Тяни быстрее. Блин, труп. А нет, ни хрена. Это машинист, он Оскар. Давай, сова. Я вообще думал, что это коряга. Оскар! Оскар, это я! Тебя надо как-то просушить. Добрый день, мадам. Оскар, приходи быстрее в себя. Нужно разыскать Ганса как можно... Ганса? Ганса Фаральберга? Да, Оскар, Ганс. Так. Оскар, давай скорее. У нас есть еще шанс догнать этих бандитов. Увы, боюсь, что не смогу оказать вам какое-либо содействие, Кейт Уолкер. Но... Почему? Должен же быть какой-то способ привести тебя в норму. Не знаю. Я действительно уже не знаю. Так. Ладно. Я жду вас, Кейт Уолкер. Так, что-то должно быть, что его может привести. Смотрим. Что у тебя есть? Так. Но здесь это точно ни хрена нету, что тебя может привести. Так, это что ж, блин, думал, шуба. Ладно. Идем в мастерскую. Сейчас попробуем какие-нибудь дополнительные детали для тебя притащить. Там же должно что-то быть, где вот курсор появился. Ух ты, давай, животное. Не уходи только. Ты мне понравился. Давай, смотрим. Вагон-ресторан. Так. В мастерскую нам надо. Так, это что, возьмем? Нет, нет, это не берется. Не берется. Идем, да? Ой, блин, тут все разбито. Шестеренки. Странно, какой-то люк. Так, а как мне люк? Люк открыть чем-то надо будет. У меня еще матрешка в запасе есть. Ладно. Это чего? Ну-ка. Покажи рулон. Схема поезда. Так, и чё схема поезда? Чё, люк?
Соединительные механизмы. Что, рассоединить надо? Ладно, рассоединим. Вообще-то я сюда пришел, чтобы какие-нибудь запчасти взять. Так, это что такое? Это коробочка. Масленка. Так, шестеренки берем. Ключи напильники. Блин, эти уроды все поломали. Все, идиоты. Надеюсь, они сдохнут от холода и голода. Так, масленка. А, масленка, ну все. Так, только мне надо где-то ключ еще взять, чтобы болты крутить. Ну, наверное, вот здесь в ванной. Ну, ладно, это потом. Так. Блин, хотел в другую сторону попробовать спуститься, посмотреть, что там было бы. Давай. Бегом, бегом, передвигайся. Давай, отдаем ему масленку. Пусть себя приходит. Сейчас поговорим, может, что он скажет. Посмотрим. Ну. Давай, быстрее иди. Какое облегчение. Спасибо, Кейт Уолкер. Прошу вас занять место в вагоне. Теперь я готов трогаться в путь. О, давай. Пойдем. Так, раз я к нему могу теперь зайти. Юки. Юки. Нет, это... А может, Юки, блин, как его зовут-то, собаку-то? Ладно, будь на улице. Поезд не едет, он вперёд аж проскальзывает. А почему не едет? Оскар, почему поезд не едет? Давай. Алло, Оскар! Да, Кейт Уолкер. Все по-прежнему? Спасибо, Кейт Уолкер. Все шарниры и зубчатые передачи работают идеально. А как... Ничего особенного, Оскар. Вас почти не слышу. Я поблизости. Да. Мне надо вот как-то вот это открыть, где-то ключ взять у Оскара, что ли? Странно. Так, ладно. Идем к Оскару. Так, туалет мне, по-моему, нужен был. Хотя водички набрать оттуда, что ли? Вот здесь нет? Нет, не выходит. Почему мы не поехали? Проскальзывает, буксует. Вроде стоим все на рельсах. Все нормально, едь не хочу. В чем причина? Кто виноват? И что делать? О, смотрите, мордашка здесь уже. Это симпатичное животное. Итак, почему не едем? Оскар, в чем дело? Мы не можем двигаться дальше, Кейт Уолкер. Пассажирский вагон застрял. Вот что получается, когда моим поездом пытаются управлять непрофессионалы. Что нам делать? У вагона есть система отцепления. Я открою люк из локомотива. Позвоните мне, когда доберетесь туда. Когда люк откроется, вам надо будет запустить механизм, который отцепит вагон. Хорошо. Значит, нам придется бросить вагон со всем его содержимым? Да. Боюсь, это необходимая жертва, Кейт Уолкер. Ну что ж, я пошла, Оскар. Смотри, не уезжай без меня. Я никогда не уеду без вас, Кейт. Ой, уже один раз уехал. Вот, буквально. Когда уехал, из-за этого вот я и попал в эту ситуацию. Кстати, смотрите, поезд уже немножко подржавел. Хотя откуда тут криогены не разбрасывают? Здесь снег, воды-то нету. Чего ему ржаветь?
Холодно, да, но не ржавчина же. Давай, залазь. Я как понимаю, в этом люке механизм, который цепляет, еще где-то вот здесь вот есть. Так. Вот мы здесь. Так, позвонить Оскару, он сказал. Когда прибудем? Оскар. Звоним. Пип-пип-пип. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Кейт Уолкер. Оскар, я готова. Отлично. Я запущу механизм, открывающий люк. А вы включите систему отцепления вагона. Договорились? Ну, конечно, куда деваться, договорились. Да, Оскар, порядок. Я вообще-то думал, ключом надо открывать это дело. Так. Схема. Так. Записка. Справочник. Письмо. Ага. Вот так. Ну а вот почему не ехал. Он почти свалился. Хотя такой поезд должен был вытянуть его без проблем. Ладно, хоть уголь у нас остался. Че, они так далеко, думаете, а, уехали? Я посреди тундры. Тут какой-то мост, который разрушенный. Попробуй найти другую дорогу и... Марсон, вы меня слышите? В телефоне батарейки сели. Собственно, кого мы с вами ищем, сэр? Издеваетесь? Вы к чему клоните, Джон? Той Кейт Уолкер, юриста, ценной перспективной сотрудницы, ее больше нет. Вместо нее мы гоняемся за кем-то другим, за кем-то непонятным. Ее мать меня уже плешь проела, Джон. Кейт Уолкер надо вернуть домой. Вот, смотрите, уже какой-то бивень мамонта. Замороженный, настоящий. Или какая-то фигура, экспонат. Экспонат, мы не знаем. А, нет, смотрите, какой-то вообще... Помещение какое-то. Кстати, вот здесь местность красивая. Куда же делся Юки? Том Райдер, у нее, по-моему, подобные такие же места там были. Вот, игры, которые я играл. О, подожди, назад, назад сначала. Хочу посмотреть, что там. Мы же оттуда приехали. Вот и смотрим, что там есть. О, я даже не знаю, куда тут идти. Вот сюда давай. Правильно? Стой. Ну? Эй, эй, там! Спокойно, спокойно, Игорь. Вы меня слышите? Давай, дурачок. Ганс. Где Ганс? Ганс? Тот старичок? Я не знаю. Как это вы не знаете? Это вы его похитили. Его оставили на снегоходе. Мы с Иваном поднялись на холм. А когда я спустился, старика не было. Ушел, испарился. Ну, конечно. Но этого не может быть. Он был так слаб. Говорю вам, так и было. Это правда. Так. Что на вас нашло, Игорь? У вас с головой все в порядке? Он дурачок. Я не знаю. Мне холодно. Я хочу есть. Еще эти духи. Что за духи? Какие духи? Их же не бывает, верно?
Да, да, юкольские шаманы вызвали духов, чтобы мы не смогли взять их мамонтовую кость. Ну так и не трогайте больше эту мамонтовую кость. Мне она вообще не нужна. Это Иван. Я хочу домой. Я не хочу здесь оставаться. Так почему вы еще здесь? Я боюсь злых духов. Такой большой мальчик и боится. Еще чего не хватало в самом деле. Зачем вы угнали поезд? Иван сказал, что поезд привезет нас туда, где много мамонтовой кости. Что мы станем богатыми, как в сказке. Размечтался. Я еще вернусь. Берегись, злые. Так, злые духи, я как понимаю, это вот завывание вот это, которое сейчас происходит. Так, у нас один путь. Давайте уходим. Один путь. Ну, я думаю, будем надеяться, что один. А, вот смотрите, вот сюда еще можно куда-то идти. Ладно, хрен с ним. Сходим потом. Так. Сначала вот к этой штуке подойдем. Что тут, мост, не мост, рельсы кончились. Как понимать-то это все дело? А, вот здесь вот что-то за кольцо можно цепануть, протащить. Ну, если я помню это. Могу я ошибаться. Снегоход. Да, Оскар. Кейт Уолкер, слышите этот заунывный вой? Будьте осторожны. Поблизости явно рыщет какой-то хищный зверь. Слышу. Но, по-моему, на звериный вой это не похоже. Все равно, если не возражаете, я лучше останусь караулить поезд. Естественно, Оскар. Я понимаю. No problem. Так. Снегоход этих двух громил. Снег. Ух ты! Какая-то сидушка, подождите. Ни хрена себе, хапанул что-то. Ветошь. Вот оно что, Михалыч, подожди-ка. Подожди. Все. Вот, звук прекратился. Теперь могу сесть? Снегах. Ну, пойдем к этому уродцу. Может, и этот... Не, хотя мне этого Ганса-то зачем здесь? Он мне здесь не нужен. Ганс, вроде, да, правильно. Ганс. Так, завывание закончилось. Вот сюда вот надо еще сходить. Надеюсь, это разные места. Давай. Игорь! А? Это вы... А кого ты хотел увидеть? Ладно, успокойтесь, Игорь. Это просто ветер воет только и всего. Ветер смерти, дыхание ада. Нет, наслушался, это просто ты. Ветер. Он дует сквозь тотем. И получается этот странный звук. Пожалейте бедного Игоря. Давай, все, я с ним справился. Почему вы не уходите, Игорь? Духи не дают мне шевельнуться. Они очень рассержены. Они меня сторожат. Все, духов больше нет. Я их прогнала. Нет. Это они завывают. Послушайте сами, они все ушли. Так. Нет.
Их не слышно. Я же вам сказала, уходите быстрее, пока они не вернулись. Спасибо, спасибо вам. Я побегу. Давай. Я побегу. А мне что-нибудь дашь? Подальше отсюда. Мне холодно, есть хочется. Я пошел домой. Куда же вы? Пока. Ни хрена, вот так, раз, два, и все, и пока. Подожди, а ни хрена, а подожди, а как я-то тогда нахрена сюда бегал? Вот тебе и все. Ну, смотрите, с другой стороны появились. Так, куда мы можем сюда выдвинуться? Подожди. Ну-ка, давай-ка еще раз туда сходим. Вот сюда. Давай. Так, это мы туда уходим. И вот сюда вот я хотел сходить. Посмотреть, что здесь. Не понял. Так, минутку. Блин, я что-то как-то не так, что ли, делаю. Так, подождите, какой-то, блин, я... Понятно, все, ладно, идем. Пойдем. Сейчас вперед по дороге пойдем. Раз. Так, здесь... О, смотрите, какая-то штука. Сова. Сова, ты мне нужна? В этом я смогу взобраться на холм. Какой холм-то? Непонятная сова. Холм, где холм? Давай, показывайте, где холм. Вот это холм. Так. Блин, что-то я маленько как-то не так. Где какой холм? Ну-ка, вот сюда давай. Не знаю, что здесь, но мы пойдем туда. Холм. Ни хрена не холм. Давай сюда. Он, блин, то сюда, то туда. И где из них какой холм? Могу забраться на холм. Забирайся, кто тебе не дает. Так. Твою ж мать! Может, я не какой-то не тот холм ищу? Ну-ка, вот сюда давай. Вот так-то вот это холм какой-то. Даже не знаю. Ладно. Тут никуда поворота нету, куда у нас снегоходит, а все уехал. А, вот он холм, блин. Теперь я могу забраться на холм.
Я думал, там где-то какой-то холм есть. Вот кости мамонтов. Так, что мы для начала тут? Ничего не видим. Сосульки. Еще кости. А, ух ты, какой монумент большой. Брось бивень, бивень. Назад! Ну-ка, поговорить с ним можно же? Вот. Не, ну ты глянь, а! Кейт Уолкер! Катя партизанка! Что вы сделали с Гансом? Где он? Улетучился твой дедуля! Исчез Гансик! И нету! В смысле нету? А, конечно! С вашим братцем Игорем, я полагаю. Этот идиот криворукий вас упустил, придурок. А теперь еще и слинял куда-то. Ваш брат решил убраться отсюда. Он вас бросил. Что? Свалил, да? Ну и пошел он лесом. Только под ногами путался. Так. Стойте, где стоите. Хорошо, хорошо. Ни хрена себе так меня, так, так. Как понимаю, ты меня никуда не дашь, да, свалить? Нет, мы... А, нет. Оскар, помогай! Тащи веревку, не знаю. Кто мне может помочь? Оскар, тут у меня Иван. И явно не настроен шутки шутить. Иди сюда, помоги мне, пожалуйста. Боюсь, я вряд ли способен на него повлиять. Неважно, придумай что-нибудь. Я обязан охранять поезд. Ты запарился своим поездом. Сюда, Оскар, живо. Туда? Через сугробы, Кейт Уолкер? Вам же известно, что снег очень вреден для моих механизмов. Этот бандит сейчас мне череп раскроит. Железка несчастная, беги, спасай. Или останется только мои мозги подбирать. Я что-нибудь предприму, Кейт Уолкер. Да поживее. Давай, мне надо, чтобы он отвлекся. Я должен до санитки бежать, там что-нибудь взять. Черт, что там еще такое? Без шуточек, а то я за себя не отвечаю. Ой-ой-ой, сяськи-масяськи. Что там надо этому идиоту? Так. Смотрим. Что-то взяли. Костяной нож. А вот теперь, так, я понимаю, вот так вот надо сделать. На. И... И неплохо, красавица. Только на этот раз ты окончательно взорвалась. Все, путешествие окончено. Но у меня же еще нож есть. Ой. Ой-ой-ой. Детектив идет по ее следу. Вы увидите дочь через пару дней. Вы мне это повторяете уже месяц. Миссис Уолл. Нет уж. Скажите прямо, вы представления не имеете, где она. Моя малышка пропала. Может быть, вообще замерзла. Ее волки съели. Прошу вас, миссис Уолкер. Я считаю, вы лично виноваты в том, что моя дочь исчезла. Слышите, Марсон? С вами скоро свяжутся. Вот, а он получил по шеям. Так, сова. Ух ты! Ладно, оделся. Так. Я в каком-то доме, в каком-то помещении.
Что тут есть? Горшочек, горшочек. Горшочек вари, горшочек не вари. Так, о, снегоступ, это надо будет взять, я так думаю. Но пока вроде больше ничего не вижу. Ладно. Выходим. Привет. Здравствуйте. Кунук-мак, тук тут. Вот ни хрена меня... себе. Кейт Уолкер, я... Ледяная стена обрушилась, потом... Где я? Это что, мы в Сибири? Здесь юколы живут. Кейт Уолкер сильно упала головой. Это я уж и сам понял. Ну-ка, давай. Вы не видели моего друга? Он такой маленький и очень старый. Я забочусь, Кейт Уолкер. Ее друг не забочусь. Я ищу Ганса Фуральберга. Где он может быть? Ганса тут. Где тут? Где он? Тут. А Ганс не покажу. Он может быть конец путешествия. Помер, что ли? Да нет. Что вы хотите сказать? Ганс очень больной. Где он? У шамана. Готовится последний путь. Нет, умоляю, прошу вас. Второй раз уже хоронит его. Я должна его увидеть. А третий? Ой-ой-ой, я не хожу мешать шаман. Слишком странная она. Я ее не боюсь. Где она, эта странная шаманка? Слушай барабан, Кейт Уолкер. Так. Скажите, великий вождь, вы еще спасли кого-нибудь, кроме меня? Нет, только Кейт Уолкер. Что же стало с этим негодяем, Иваном Бугровым? Ой-ю, духи съели, Кейт Уолкер. Ой-ой-ой-ой. Давай. У меня поезд застрял. Вы можете мне помочь? Он не знает, что такое поезд. И уколы уже там. Надо же. Спасибо, великий вождь. Так значит, мы в деревне Юколов. Ты упала. Юколы лечили твой голова. Я великий вождь. А, большое спасибо. Прощай, великий вождь. Я ухожу за моими друзьями. Вот так вот, вот ты тебе. Ты наш гость. Так, ладно. Окошки. Что тут есть? Так, это что у нас? Так, что тут можно взять? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, пока не знаем. Что тут еще можно взять? Пойдем. Ага, с молодым нельзя разговаривать. Так, это я что такое тут? А, куда-то идти? Куда-то иду. Так, слушай барабаны. Вот опять сова. Так, вы будете со мной разговаривать? Кунук-мак! Понятно. Так, мне туда. Но барабаны меня не пустят. Нет, не пускают. Ладно. Надо их остановить. Воду как-то перекрыть надо будет. Ладно. Тут я пока ничего сделать не могу. Пойдем. Вот сова-то мне пока не нужна, это точно. Она... Ой, ой, не, 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 нет, 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 нет. Эй, куда побежал? Эй, 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 ну ладно, подожди. Хрен его знает. Так. Что это такое у нас? Чего-то не хватает. Фляжка. Ну,
Ну-ка, давай фляжку наполним. А, нет, подождите. Да крючок что-то надо другой одеть. Матрешку? Да нет же. Так, что-то я не собрал. Ау! Животинка! Пойдем. Здравствуй. Так, а что тут, рыбья кость? А нахрена она мне нужна? Чтобы, видимо, поймать их. Нет, смотрите-ка. А, вот они, юколы-то, они все спрятаны. Так, нет, ну здесь я все вроде взял. Так. Идем, идем. Что у нас здесь? Где-то что-то, что-то у кого-то можно взять. Нет? Поговорить? Нет? Ладно. Ну, на второй этаж я пока не пойду, потому что я точно знаю, что я здесь еще что-то не доделал. В пещеру тоже рано. Подождите. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Куда? Так, эти со мной не разговаривают. Вот сюда за мост. Ой. Далеко пробежали. Подожди. Вот так. Куда я побегу? К мосту. Так, ты со мной не разговариваешь, ладно. Так. Надо корабль освободить. Так. Что-то я пока сюда еще, видимо, рано зашел. Так. Ну-ка пойдем. Там, где стучат барабаны. Как мне барабаны-то остановить? Вот сюда наверх, на лестницу. Блин. Так, сова. Всюду это сова. Ага, она мне никак. А ну-ка подожди, рыбка. Хрен там. Блин. Ой-ой-ой-ой. Что у нас здесь имеется? Так, тело, которое со мной не разговаривает. Это что такое? Что это? Ай-яй-яй-яй. Что это? Полоска кожи. Рогатка. А нахрена мне рогатка? Мне камни надо. Давайте тогда камни искать. Так, ну камни-то поди не здесь. Посовебий. Так. Так, если у меня есть рогатка. Ну-ка пойдем. Я, конечно, сомне. Куда тут идти-то? Правильно иду? Так. Хрен там. Черт.
Давай. Тук-тук. Мне надо как-то барабаны сломать. А как их можно сломать? Хрен там. Ну из рогаток тоже по вам нельзя стрелять. Это бессмысленно было. Странная льдина. Так, это мы поняли. А вот это вот странная льдина. Подожди-ка, а мне разве снаряд не надо? Итак, временно, пока у нас сосулька не растаяла, бежим. Я говорю, блин, так давно это было, так давно я проходил ее, что сейчас с трудом вспоминаю уже, куда надо идти, что делать. Боже мой, Ганс! Что? Да жив он, жив! Мисс Кейт Уолкер, мы ждем, ждем! Ну, ждешь, ждешь. Давай говорить. Ага, мисс Кейт Уолкер. Так, Кейт. Вы знаете меня? Хе-хе-хе-хе. Мисс Кейт Уолкер ждут здесь давно. Но откуда вы знаете, как меня зовут? Хе-хе-хе-хе. Тук тут. Волшебные уши. Волшебные уши? Хе-хе-хе-хе. Мисс Кейт Уолкер, говори во сне. Ах, вот оно что! Так. Что случилось? Расскажи-ка мне о Гансе. Юколы нашли Ганс посреди снег. Он очень слабый. Он спит? Он в другой мир. Мир снов. Размечтался. Что? Вы не хотите сказать, что... Ганс идет в земля предков. Нет, не может быть. Может, Ганс, может. Сдавайся. Хрен Но там. Должен же быть какой-то способ. Нужен доктор. Не поможет, мисс Кейт Уолкер. Ганс не хочет больше. Хар... Чего-то тут такое? Вот эта большая белая птица. Кажется, она увязалась за мной от самого Романовска. Харфанг, легенда, говори, это дух-хранитель. Значит, это хороший знак, раз он так давно с нами. Значит, мы на верном пути. Может быть, мисс Кейт Уолкер, может быть, но это просто птица. Надеюсь, что не просто. Мне хочется верить в эту легенду. Ой, а мне-то как Ганса охотится. Обязательно нужно вылечить. Поздно, мисс Кейту. Вы говорите, харфанги – это духи из ваших легенд. Но зачем тогда в деревне столько насестов? Даже легенды иногда уставают. Заботиться о них. Ожидай знак. Знак? Какой знак? Мисс Кейт Уолкер хочет дух быть рядом. Мисс Кейт Уолкер, зови дух музыкой. Ах, музыкой. Теперь мне придется еще играть музыку. Вот, конечно. Спасибо. Расскажите мне о коридоре снов. Коридор снов ведет в земля предков. А можно вывести Ганса из этого проклятого коридора? Невозможно, Кейт Уолкер. Ганс ушел туда совсем один. Не желай возвращаться. Но его можно как-нибудь уговорить? Только один способ. Нужно уходи, говори с Гансом в коридор снов. Очень опасно. Нужно хорошо знай, Ганс,
иначе останься там навсегда. Короче, к нему в сон надо залезть. Я знаю его, я смогу его убедить. Очень опасно. Можно совсем не вернуться, Кейт Уолкер. Ну и что? Мне все равно, я рискну. А что сделать, чтобы отправиться в мир снов? О, есть старый рецепт. А вы можете его приготовить? Не могу, невозможно. Одна вещь не хватает. Что за вещь? Ягода двери духа. Что это такое? Маленький красный ягода от веселого дерева. Веселое дерево? И где оно растет? Веселое дерево нету больше. Веселое дерево, не смейся, давно-давно. Веселое дерево теперь в земля предков. Но должно же было остаться хоть одно, правда? Раз я хочу провести Ганса по коридору снов, мне понадобятся ягоды двери духов, так? Точно так. Увидимся позже. Так, короче, мне надо ягоды взять. Так, с ней я поговорил уже. Идем сюда. Только лицо, добрый дух, помоги. Он должен сделать смех, мисс Кейт. Понятно. Только лицо, добрый дух. А я какой взял? Так. Ой. Нет, все-таки это большая, да, часть такая. Боже, Ганс. Так, понятненько. Давай, 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 давай. Ой. Это мы что? Ага. Берем. Возьми это, Кейт Уолкер. Дух ночи будь добрый с тобой. Да уж будет. Так, что еще можно взять? Так, это какая-то штука, да? Молельное кольцо. Это, короче, что-то музыку какую-то буду, да, делать? Ладно. Чувствую я, что не туда зашел. А выйти хотел. Вот оно. Стоять. И... Ну, даже не знаю, что там надо. Пока что, ну ладно, потом может быть что-нибудь. А, стой, стой, назад, снегоход, снегоступы, блин. Снегоступы. Не, снегоступы мы не берем. Пустая фляга. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Я уверен, что надо воды во флягу набрать. Так, а где мы? Так. Так, сову мы с рогатки не подбиваем, это я точно помню. Но нам надо собрать ягоды, которые... Ушли куда те предки. Тут точно ничего нету. Так, пробка. Мне надо флягу. Вот сюда, тут как-то.
Так, опускаем крючок. Нет. Нет, не так. Так, взять мы не можем. Так, это мы опять закрутим. Пробку. Нет. Флягу. Вот как с собой разговаривать? Так. Молотильное кольцо тоже нет. Рыбу. Нет, нет, нет. Рыбу. Нет. Ладно. Но нет, и сюда нет. Потом подойдем. Ягоды должны быть где-то внизу. Так. Направо пойдем. На корабль попадем. А налево пойдем. Куда попадем? Пещеру. Ну, с пещеру нам точно надо пока что. Это. Так, это что у нас? А, я крюк сделал. Так, с ними я не могу поговорить. Они мне без надобности, ладно. Блин, а что ловить-то надо на этот... Кости, кости. Это я отсюда выбежал. А, ну да, вон корабль стоит. Пойдем, раз здесь ничего нету. О, подожди, нет, почему ничего нету-то? Вот, туда иди. Надеюсь, это один ход, да? Вот здесь такой широкий, большой. Вот какая-то штучка есть. Факелы, кстати, смотрите, столько бивней мамонтов. Факелы, ну ничего не тает. Я куда-то пришел, господа. И также дамы. Так. Лестница наверх. Нет, пока наверх мне не надо. Потому что я думаю, дерево не наверху, оно там растет. Раз они вымерли, надо искать среди захоронений. То есть в костях надо рыться. Давай, блин. Вот где эта белка, которая вот лазила-то по станции, которая преследовала меня, которая парк ледникового периода. А какой ледниковый-то период, ледниковый-то, забыл как называется мультик тут даже. Это сумасшедшая белка. Вот она бы мне сейчас, ой, как пригодилась. Смотрим. Замерзшее дерево, вырубленное дерево, сгоревшее дерево. Да, мне, как понимаю, мне не само дерево надо, как ягоды. Ну, хотя бы сок, семя, я не знаю. Так, сюда. Блин, какой-нибудь замороженный мамонт я увижу, нет? Которым они питаются тут 300 лет уже. Ой. А вот он впереди, смотрите. Замороженный мамонт. Давай. Блин, я прямо отсюда вижу. Да не один еще, их там двое было. Подожди, подожди. Ладно, я потом. Потом покажу, когда буду отсюда выходить. Так, что у нас здесь? Ниже. Знаю, что ниже. Да вот, вот оно дерево-то. Я просто смотрю, может здесь что подобрать можно. Кость, ногу там, не знаю. Вот дерево. Вот какая-то штука. Надо на эту штуку надо что-то повесить. О, слышала? А, ты не слышишь. Так. Фляга? Нет. А, вот эта штука. Ой,
А, это сова прилетела. Дух. Так-то, да, прикольно. Так, а что мне еще надо? Ладно. А птица-то все летит за мной. Так, птица все летит за мной. Так, мне надо рогатку. Что тут можно? Вот, смотрите, еще один мамонт замурован. Конечно, тут и жрать можно, учитывая, какой я ростом, какой этот мамонт. Холодильник хороший. Ешь и ешь. Так, с рогаткой тут ничего не сбить. Маску. Маска тоже. Подожди, маска. Маска нет. Что я тебе могу дать? Рыбий скелет? Нет. О, подожди. Где-то что-то я разглядывать могу. Белка. Падла. А, тут как-то, подожди, дыры надо затопить. Как-то, подожди, заткнуть. Как их затыкать? Так, ну не матрешка, это уж точно. Так. Пробкой. Пробкой заткнуть надо. Так, это получается мы... А сколько воды-то надо? Вот. Блин. Так, а куда бы мне ее... На. Пустая фляга. Так, рыбий скелет. Так. Да хрен там. Как я должен напугать этого чудика? Как? Подождите, может здесь еще что-то есть? Блин, мамонт, ну-ка подскажи-ка мне. Так, мне нужна вода. Блин, блински. Я где-то что-то должен точно взять. Ладно, не будем долго мучить. Пойдемте к воде. Попробуем еще раз воду набрать. Так, подождите, я хочу мамонтов еще раз видеть. Смотрите, вот первый мамонт, второй мамонт, ну и там третий мамонт. Уже три мамонта, которых я только вижу. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео.